Добрый день, с вами Лара Шум, и сегодня мы с вами послушаем одни замечательные, чудесные слова, произнося которые каждый день в течение 21 дня. Эти слова изменят ваше мышление о себе. Попробуем, соберемся духом, силами, ради себя и проведем эксперимент по изменению мыслей в свою сторону. Начнем себя любить и уважать. Я чудно сотворен. Во мне сочетается, казалось бы, несочетаемое. Иногда я сама удивляюсь, как я могу в себе вмещать такие противоположности? Я в восторге от себя, ведь это я и моя широта, а мой диапазон проявлений тем шире, чем шире мое восприятие, мои знания, мои таланты и способности. И все взаимосвязано. Я допускаю всему быть. Я позволяю себе сегодня думать иначе, чем вчера. И тем более год назад. Я ощущаю процесс моих трансформаций и в мышлении, и в чувствовании, и в теле. Я допускаю всему быть. Я позволяю себе быть во взаимодействии со Вселенной и знаю уже, что все, что окружает меня, есть ответ пространства на мое состояние. Но я в процессе. И день ото дня ситуация и наше взаимодействие улучшается. Есть маленькие и большие шаги, от которых я доволен, довольна собой, своими решениями и мыслями, отношениями и реакциями. Но я честен, честна с собой. И я знаю, над чем мне надо поработать с собой еще. Ибо все, что мне не нравится вокруг, и есть то, чему стоит уделить внимание. С вами была Лара Шум. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк. И поделитесь этим видео в своих соцсетях. Вдруг кому-нибудь оно пригодится.